Кто ты? Паша бицепс. Чего ты хочешь? Выше, хитрей. Когда ты хочешь? Прямо сейчас. Все, чтобы играть и выигрывать. Например, игровой ноутбук Acer с процессором Intel Core i5 всего за 53 989 рублей. Фантастиш по-нашему. А у нее банки побольше твоих будут, а? Всем привет, я Роджер, и я новый игрок Virtus.pro. На протяжении месяца или полтора думал, как будет лучше. То есть объективно, ну, то Virtus.pro будет лучше, и как бы команда сильнее, перспектив больше. И у нас в последнее время в Na'Vi были проблемы внутри коллектива, там и некоторые игроки друг с другом не хотели играть, вот. Поэтому выбор пал сюда, конечно. Я был, ну, в Na'Vi и играл со своей текущей командой, ну, и очень сильно старался. А изменения в составе я уже думал, когда вот мне уже предложили, сказали, не против ли я с ними сыграть. Тогда я уже начал думать. Я лишь советовал своим другом лучшим, вот, у себя в Липецке. Мой друг с детства, его Эдгар зовут, вот, я с ним, ну, многим делюсь. Он профессиональный хардстонер, и надеюсь, он пробьется как-нибудь. Он тоже говорил то, что Virtus.pro намного все лучше будет. Это состояние ожидания и неопределенности, это очень сложно было. То есть я в Dota не играл почти неделю, но мысли были забиты всем этим делом. И я как бы настраивался на это все и ждал решения уже конкретного. На самом деле на этот момент был с девушкой в кино. Ну, конечно, кино я не досмотрел, потому что я сидел в Твиттере. Ну, я был в предвкушении, как раз был с попкорном. Как-то так вышло. Вот. Ну, было весело. Ну, когда уже узнал о решении, все, ну, успокоилось внутри, и я уже начал думать дальше, как работать с ребятами и так далее. Все мои знакомые меня поздравляли, там, радовались искренне, то, что вот так вот все изменилось для меня буквально за год. Ну, да, приятно, как бы. Ну, в общем, все пребывают в шоке, можно сказать. Сегодня будем тренироваться. Приезжают Леха и Паша. Вот. А мы уже тут были втроем, я, Вова и Рамзик. Поэтому сегодня начинаю с тренировки. Рамзик меня будет называть кавказцем, а остальные Роджером. Я не знаю, как они там между собой будут. Это очень серьезный вопрос, мы должны его обсудить. Когда я приехал на International, у меня было чувство, что я там уже был. Потому что я много себе представлял, и по видеохам там уже как будто там уже присутствовал. То есть для меня не было это какого-то вау и так далее. Но, конечно, игры на сцене были, ну, очень крутыми, там публика, это что-то невероятное. И, конечно, этот опыт, он очень решает. И я думаю, ну, это был первый International мой, и волнение было, конечно. Вот. Надеюсь, в следующем году будет все уверенней. Моя цель в Virtus.pro — это победа на International. Просто хочется, чтобы этот трэш-толк поскорее закончился, и как бы, ну, игра все покажет. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на наш канал и обязательно ставьте лайки. Кто ты? Паша Бицепс! Чего ты хочешь? Выше, хитрей! Когда ты хочешь? Прямо сейчас! Все, чтобы играть и выигрывать. Например, игровой ноутбук Acer с процессором Intel Core i5 всего за 53 989 рублей. Фантастиш по-нашему. А у нее банки побольше твоих будут, а?